Здорово! Мы находимся в центре Торонто, и, конечно же, раз мы в центре находимся, то приходится платить. Приходится платить за парковку. Самый дорогой тикет, который когда-то я либо видел. Я хочу вам показать достопримечательности города Торонто. Я надеюсь, вам понравится, и не только, конечно же. Это мое самое первое видео на Ютубе, поэтому, ребят, добро пожаловать! Так, дети, скажите привет! Так, Авель в своем репертуаре. Изобилие? Нет, это симфония, я их путаю. Они у нас близняшки. Скажи хай. Хай. Хай, это у нас дорогая, любимая симфония. И, конечно же, ты повторяешь своей сестричке. Дай мне 5. Дай мне 5. Молодец. А это моя любимая, дорогая жена. Привет. Хай. Как дела? Так, мы пойдем по кругу, посмотрим, где мы сейчас находимся. Ну, опять же, повторяюсь, мы находимся в центре города. И мы сейчас, в общем, покажем, что и как. Погнали. Мы чуть самое главное не забыли. Мы. Кто забыл ребенка в машине? Да, я посмотрю. My husband. Чем он там занимается? Верен, привет. Привет, любимый, как дела? А вот еще представить забыл вам. Это у нас Аделин. Аделин, привет. Аделин у нас стеснительная, она не любит общение. В общем, вооружена и очень опасна. Well, see, I'm with 3 kids. With 3 kids, с 3 детьми. И сзади еще 2 идут. Обращаем внимание, ребят. Центр города. У нас даже пакет, смотри, обрати внимание. Пакет на дереве. Ну это совсем не по-канадски. Сегодня немножко необычно, я начала влог. Это семья Лебедевых из Канады. Вы знаете, я прочитала у них в описании, как мы воспитываем наших детей, сыновья, дочки, братья, сестры, сиблинги в этом влоге. Я перерыла столько информации, кто такие сиблинги. Правильно? Так и не поняла, на самом деле, кто это такие. Я думала, это, знаете, близнецы. Но это какое-то такое вот широкое понятие, соревнование, ревность и что-то такое между детьми. Поэтому, я думаю, вам всем будет очень интересно. Вообще, мне вот это их первое видео, которое я начала смотреть. И все-таки, когда молодая семья снимает, и у них формат видео построен совсем по-другому, не так, как у меня. Поэтому ссылку на канал Лебедевых из Канады я вам оставлю под видео. Обязательно подпишитесь и смотрите. Это совершенно другой формат видео. Совсем по-другому подается информация, нежели как у нас. У них 5 детей, это многодетная семья. Вам будет очень интересно смотреть. Ссылка будет внизу. Мы подъехали. Женечка, пойдем. Женя помнит, что у него 7-й кабинет. А где мам? Санечка. Это Саша, чтобы мне можно было добежать. Сейчас, айда сюда. Вот это вот? Так, Женя, иди в 7-й кабинет. Я сейчас приду. Так, доченька, айда. Санечка, айда, я тебя проведу. Вот идешь до перекрестка. Вот, видишь? Полосочки. Там вставай, жди, когда подойдут машины, и беги вот туда. Я сейчас приду туда. Ты помнишь свой кабинет, да? Саш, помнишь? Осторожно на дорогах, смотри во все стороны. Так, мы пошли с Томой. В прошлый раз из-за того, что нам привезут мебель, я поторопилась и хорошо не узнала занятия Томы. Потом, сейчас сначала узнаем, когда у тебя занятия. Вот. Вот сюда иди, вот сюда. Да, по выходным у Тома тоже будут занятия. Я говорю, мы поторопились, мне позвонили, сейчас мебель привезем, мы убежали. Ну иди, иди. Что, 7-й кабинет. Санька насчет этого смелее. В прошлый раз тоже попросила, говорю, сходите, узнайте цену жидкого мыла. Женя стояла, стояла, Саша подошла такая, дай сюда, пойду узнаю. Пошла и спросила спокойно. Там посмотрели на компьютере, сказали цену. А Женя крикливая, но не такая. Это тяжелый пакет. Ну, а что ты хочешь? Тут, это же бумага, да? Ну, попросили, попросили. А я вам сказала.
Есть у вас сумочки? Дала у мама карманные деньги. Лежит, я буду копить. Ну молодцы. Все, мы пойдем сходим. Да. Прошли у нас у всех занятия, у Жени были, прослушали ее там хорошо, Саша позанимались. Записала я Тому, завтра у него занятия. У Жени в музыкальной школе занятия каждый день, занятия один, по один часу. День только я отдыхаю. Подожди еще, я еще не записала еще одного педагога, и он да. тоже займет день. Зачем так много? Это же музыкальная школа. Все, мы пойдем купим что-нибудь. Куплю сейчас ящики, чтобы в шкаф вещи составлять. Ну, мам, помнишь? Можно на Томе награждение надуть? Ну, возьмите, надувайте. Но они, по-моему, не работают. Сколько нам взять? Ну. Они работают. Одной хватит, доченька. Розовую там дать? Ну, возьмите розовую. Ну, это завтра, Том. Утром. Что, нету тут шестерочек? Нам тут есть. Ей 6 лет, что ли, уже? Угу. Это девятки. Надувные. Еще 4. Мам, я шестерку нашла золотую. Хорошо. Берите. А что вы не взяли ни одного этого таскать чем? Заглядывает, что там лежит. Тома, упадешь. Да закрывайте. Тома, сейчас за папками. Тома, упадешь. Мастер. Саня. Да, пойдем за папками. И Томе тоже надо пластилин. Саня, пожалуйста, не надо больше. Тома, пойдемте в дом, поехали ко мне за папкой. Ага. Мы вообще куда ехали? За папкой. Ну и за папкой в канцтовары. За папкой. Ну. Немного. Ну немного, как это не нужно? Все нужно. Пластилин еще купить надо. Да, да, да. В музыкалку. Так, надо поторопиться, а то Дарина придет. Мы ключи-то не оставили, она испугается. Никого нет, дом закрытый. Ну. Зашли мы в кафе. Девчонки шаурму выбрали. Тома сосиску. Мы кофе с папкой. И сейчас домой поедем. Дарина еще, она тоже хочет с подружкой пойти сюда. Вот, тоже зайдут сюда, скажу, что тут можно покушать. Работают они до 8 вечера. Круглосуточно написано. Нет, это сауна круглосуточно. Что, вкусная шаурма? Горячий. Горячий. Все, хороший день. Столько занятий, да? У Тома завтра тоже занятия. Мы уже все купили ей. Покажи, какой мы тебе купили. Шоппер, что ли, он называется. И на занятия ходить, и в садик. Вот. А Женечке такой же, только синий. Да, вот тоже ходить музыкалку. Серый, но я люблю синий, я выбрала синий. Угу. Последний. Да, да, да. Последний раз это шурма. Ну все, кушай. Дорогие зрители, посмотрите, что не так. Все, купили мои канцтовары, купили шоперы, сейчас покажем. Еще знаете, что сфотографировались. И Дарина, так она и потеряла фотографию. Сам ученический билет у нее сохранился, а фотографии потеряла. Ну, она сегодня договорилась с подружкой, что пойдут они сюда в центр. И я ей дам денег побольше, чтобы она смогла сфотографироваться еще. Вот здесь вот кафе, в котором мы вот сейчас сидели, кофе пили. Как бы нам ни говорили, что вы любители кафе, но для детей это очень интересно ходить по кафе. Я вот помню, мы в детстве, если поедем в Тюхтет, и ходили, ну, в обычную столовую. Я до сих пор, мне кажется, все походы помню, как мы с родителями ходили в кафе. Да, вот здесь вот центр. Мы сейчас поедем домой. Дарина уже позвонила, что она уже пришла, нас там ждет. Здесь вот рынок. Ну, купила я мясо. Сильно ничего не надо. Мясо взяла, да хлеб. Аня, у тебя тут как красиво.
и купили Томе на завтра торт. У нас не получится, конечно, никаких мероприятий, потому что Насти нет, Алины нет, и мы проведем так чисто символический день рождения, хотя мы думали там торт закажем, ну ладненько, да. Вот это вот детская поликлиника здесь у нас. Ну, вообще, как бы, далековато у нас ДК и музыкальная школа. 1.5 километра. Ну, там чуть-чуть поменьше. Ну, девчонки уже постарше, они спокойно пешком ходят домой. Но все равно далеко. Вот хочу вот зайти вот сюда. Ну да, почему-то, мне кажется, он все время работал. А сейчас что-то как-то это... Тесто купить, чтобы пирожки сделать. Да, люди напишут, сами делайте. Не могу я, не дружу с тестом. Я начинаю его лепить, оно начинает к рукам прилипать. Я все больше и больше муки добавляю. У меня не тесто, а у меня какое-то не знаю что получается. Вот тут мотоблоки. Сейчас, кстати, Вася заедет и... ну, она не дружба называется, штилька, да? Да. Да, надо выкупить, а то вчера еще пришла, забыли заехать. Настя звонила, говорит, мам, не могу, я приехала в Ачинск. И говорит, все такое замызганное, кругом все грязное. Вот, ну, я помню, как мы в Ачинск заезжаем. Заборы все грязные, все прямо это, она говорит, удручающее, конечно, видео такое, как бы удручающее состояние, когда смотришь, сравниваешь, например, Краснодарский край и Красноярский. Тут все чистенько, все красиво, все заборы какие-то красивые, а там, как вспомню... Все у нее хорошо, забрала она еще вчера документы, сходила сегодня к Тане, завтра кота заберет. Сегодня, говорит, не ходила, ну что его заранее забирать, завтра она домой полетит. Поэтому, слава богу, все хорошо у нее там. И вот показать вам, как у людей тут все убирают, видите. Ну, все-таки жгут, вот там, смотрю, вот тоже жгут. Ну, соседи. Мусорки позакрывали, мусорные полигоны. Куда девать или? Слова даже нет. Жгут люди, жгут, что говорить? Все равно жгут. Просто делают кучки и сжигают сухую траву. Вот здесь, пап. Вот, заезжай. А то в следующий раз закажешь и не это. Давай, все пойдет сейчас. Нам уже на выборы бумажку принесли. Ой! Угу. Супер! Чем ты? Ну что, день прошел, доченька? Нормально. Денежку тебе дать? Ладненько, давай. Это, кстати. Ты зайдешь, покушаешь там в центре? Это, есть столовая. Пойду открою мясо, мякоть где-то 3 килограмма, наверное, и взяла косточки на борщ, ну или на суп, там ребра. 100 рублей всего стоит вот такое клубничное варенье, сказали, очень вкусное, в магазине покупала. И женщина мне предложила вот такую колбаску, сказала, очень-очень вкусная. 2 хлеба, ну из продуктов все. Мы недавно только ездили, молоко, кефир, йогурт и сметана, все есть. Дариночка уже, я уже говорила, пришла со школы. И купили мы музыкалку Томе, получается, еще один пластилин. Фотографии сделали. Вот сейчас Дариночка тоже пойдет в центр, показывай. И тоже сфотографируется. Там рядом с кляксой увидишь. Ой, забыла, как он называется. Там гелевые шары, по-моему, написаны. В общем, зайдешь. И там то фотки тоже можно делать. Да, ты же потеряла. На ученический билет и все. Вот, ну и жене покажи. Вот такая Женечка. Такая будет красивая девочка.
Это я. Да в этом же будь, красиво как раз на ученический пойдет. Жене купили опять вот такие скоросшиватели. Три. И, да, потому что на разные предметы ей надо будет таскать. Валики. Угу. Купила, Вася стал ругаться. Зачем тебе это, потом все вытянешь. Ну, это в шкаф вещи складывать. Вот такой шопер. Шопинг мой. Да, и тут получается бумага. Ой, там... Ой, не знаю, как это называется. Девчонки что-то набрали. Это... Угу. Мешки для мусора. И вот эти вот, как они называются, коробочки, контейнеры, они тоже нам нужны для того, чтобы в шкаф все ставить. Вот кто так положил? А что это? Сломалось? Брелок. Брелок. Девчонки делали, и все, и весь он разломился. Ну, может быть, подклеить туда же есть. Ну, попробуй восстановить его. Так, все, на этом все. Сейчас Дариночка покушает. А, еще плечики купила. Эти плечики я купила специально твердые такие, чтобы куртки вешать. Ага. Ну, все, Дариночка сейчас пообедает и пойдет в центр. Вот эти, что мы купили. Шарики. Да, Томми на день рождения. Можно и тортик, один, тортик завтра. Один. Так, давай завтра. Тортик на завтра покажем.